Сейчас должен пройти герой встречи, Генрих Мхитарян. Генрих, добро пожаловать в прямой эфир. Поздравляю вас с забитым мячом первым за «Шахтер». Как ощущения? Успели влиться в коллектив, так сказать? Ну, пусть тренер скажет, потому что вот сбоку хорошо видно. А я не могу оценку давать или сказать, как я сыграл сегодня. Но спасибо ребятам, что помогли мне добиться гола. Взаимопонимание с бразильцами достигли уже? Ну, думаю, что да. Сегодня «Шахтер» выглядел мощно в начале матча, несколько было опаснейших атак, а вот с реализацией были проблемы. Как на ваш взгляд, почему? Не знаю, может, надо в следующий раз хладнокровно быть. Ну, постараемся на следующей игре быть объективнее и зависеть много чем сегодня. Генрих, какую роль вам Мир Шелчевского на поле отводит? Сегодня, сегодня, по крайней мере, с каким заданием выходили на матч? Выиграть. А тактически? Играть правильно. Ясно. Ну, я думаю, у вас вполне получилось, как и у «Шахтера», результат достигнут. Скажите, Генрих, когда можно ждать ваш дебют в Лиге Чемпионов? Не знаю, это будет трудно сказать, но я буду все делать, чтобы вот в ближайшей игре был готов и помог команде выиграть, потому что следующая игра против «Брага» будет очень-очень-очень важной для нас. Спасибо большое, Генрих.